Привет, друзья! Меня зовут Карлен, я из Армении. Я мастер по изготовлению тростей дудука и самого дудука. Сейчас я хочу показать маленький мастер-класс по ухаживанию тростей. И начнем с крышкой. Крышка у нас называется на армянском подкал. Открой ее, покажи. Угу. Вот. Крышка для того, чтобы всегда язычок трося был закрытым. Вот таким. Губы. Губы. Это очень полезно, чтобы не деформировать вот эти язычки, губы тростей. И всегда перед и после игрой надо обязательно закрыть подкал, крышку. И отсюда видно, что обе губы вот закрыты. Потом у нас хомуток. Это контролирует тональность, звук тростя. Хомут на армянском парда или карковорич. Много скорее карковорич, чем парда. Парда — это кавказское слово. Если не строит дудук, когда вы играете, надо чуть-чуть продвигать или в левую сторону, или в правую сторону и налаживать дудук. Потом, если открываем вот крышку, играем в дудук и издается звук с з, вот такой звук, значит, губы тростя очень близко. Надо штукатуркой или шкуркой, как? Шкуркой. Шкуркой. Чуть-чуть вот так штукатурить или зачистить. Да. Вот так. Отлично. Скажи, как трость сама называется? Трость гамиш. Гамиш. Вот можешь впоследствии уже говорить гамиш. Тебя ага, поймут. Гамиш. Угу. И постепенно играем и там почистим. Играем, почистим, пока звук нас не устраивает. А если звук без этого устраивает, не надо трогать. Потом замачивание у нас. Ни в коем случае не погружать вот трость в воду. Это вредно для тростя. Только отсюда наливаем чуть-чуть воду. Вот примерно вот сюда. Изнутри. Вот так делаем. Ну, один минут хватит. Вот так делаем. А потом обратно наливаем воду. И все. Оставляем полчаса, чтобы впитывал воду в себя. А потом... Полчаса долго так, да? Угу. И чтобы хорошо он пришел в себя. И можно уже будет... А бывают случаи, когда не надо размачивать? Бывают случаи... Если недавно играл? Да. Когда у нас влажная вообще... Воздух влажный? Воздух влажный. Бывает и что не надо. Трость открываешь подкал, да, и гамиш открытый. Да, да, всегда открытый. Угу. Угу. То есть, если гамиш открытый, губы, угу, то можно не размачивать? Можно не размачивать, да. Как это угу. В Армении очень сухой воздух. Сухой воздух. Всегда, если закрываешь подкал, оставляешь 10-15, полчаса, он уже закрыт.
надо снова замачивать. А если, скажем, у моря играешь, там всегда будет открыто, не надо водой там. Отлично. Хомут еще. Хомут. Как называется? Парда. Парда. А. Или карковорич. Карковорич. На армянском. Если хомуток слишком вот сюда уже доходит, надо снять. Зажигалкой чуть-чуть подогреть оба эти стороны. И... чтобы он более сжатый был. Да. Когда... да. И надо руками вот... очень аккуратно. Очень аккуратно вот так делать. Чтобы он стоял вот примерно в середину. Ага, в середине. Вот. Чтобы мог контролировать язычки, губы. Вот. Ну все. Прекрасный мастер-класс. Пользуйтесь, друзья.